Вы меня помните? Я приходил к вам на эксперимент позавчера с завода игрушек. Да-да. Что-то припоминаю. Я вот хотел спросить, как там? Что? Ну, удался эксперимент. В каком-то смысле слова удался. А вот там сказано в документе, что только один раз можно. Ага. Ну, может быть, можно это как-то неофициально после работы. Я вот принес. Убери, убери. Я даже не хочу на это смотреть. Ну ты даешь, парень. Как тебе только это в голову пришло? Ты вообще понимаешь, где ты находишься? Я подумал, что может быть, если не так долго, или как-то, ну просто... Он подумал. Ладно, могу устроить на минуту, чтобы никто. Проходи. А чё так быстро? Я же говорю, нельзя больше. Выходи. Не выйду. Я ж тебя предупреждал. Да у меня честь деньги. Какие деньги? Давай отсюда. Ну чё вы говорите, ты? Отдай себе его. Кого? Включи ещё. Включай! Она больше не включится. Нужен доктор. Доктор? Он что, может разрешить? Не знаю, это уже ваши дела. Попробуй с ним договориться, если сможешь. Слезай с меня. Как его найти? Как его найти? На медицинском преподает у 5-го курса. Профессор Пушкарь. Профессора Пушкаря где найти можно? У него спроси. Извините, а Пушкаря как найти? Пушкарь? Пушкарь. Кто же это может найти? Ну, он профессор. А, профессор Пушкарь. Да, есть такой преподаватель. Так что его можно найти. А какой это может быть курс?
Пятый вроде. Пятый. Пятый можно расписание посмотреть. Расписание. О, кошка. 33-й. В мочевой пузырь проводим катетер, который удаляется спустя 24 часа после операции. Фасциальный лоскут расположен в правильном месте и без деформаций. Да. Влагалищный этап операции завершается восстановлением слизистой влагалища отдельными ликриловыми швами. Ну вот, в общих чертах и все. Свет включите, пожалуйста. Теперь, господа, давайте договоримся. Или вы приходите на мои лекции вовремя, или вообще не приходите. Тем более в таком виде. Ну? Давайте. Так, у нас 2 минуты. Если есть вопросы, пожалуйста, прошу. Хотел с вами поговорить. Я участвовал в эксперименте. Может, что-то вы что, студент? Нужно? Да нет, я просто хотел помочь медицине. Там. Я не понимаю, о каком эксперименте идет речь. Ну, я... Вы где учитесь? Да нет, я не учусь, я наоборот. Я участвовал в эксперименте. Потом... Знаете, я в основном занимаюсь гинекологическими заболеваниями. Не знаю, чем мы можем здесь друг другу помочь. Вас кто сюда вообще направил? Это, лаборант Олег Николаевич. Мне такое имя ничего не говорит. Вы знаете, боюсь, ничем не могу быть вам полезен. И у меня сейчас лекция. Лекция! Oh, shit.